Всем привет! Пользователь с ником Доуин опубликовал закулисье фестиваля «Шелковый путь», проходившего недавно в Китае. Ранее сам Димаш показал небольшой эпизод с фестиваля, написав: «Я редко это делаю, но пусть будет немного бэкстейджа со вчерашнего концерта». Конец цитаты. Спасибо певцу и его команде за интересный сюжет. Напомню, что на закрытии 10-го международного кинофестиваля «Шелковый путь» Димаш и Тиа Рей тогда спели композицию «Жасмин».